Всем здравствуйте! К огромному сожалению, Алла Пугачева все больше разрывает свои отношения с родиной. Но, как выяснилось, за ней по-прежнему остается место на одном из столичных погостов, где уже подготовлено все, что нужно. В юности Алла Борисовна вместе с родными жила на окраине Москвы в районе Кузьминки. На местном погосте нашли свое последнее пристанище ее родители и старший брат. Там же, вместе с близкими людьми, как выяснилось, будет упокоена и сама Примадонна. Отмечается, что место упокоения родителей Пугачевой находится под присмотром. Везде чистота, расставлены живые цветы. «Любимы, незабываемы» – высечена надпись на красивом памятнике. Отец знаменитости Борис Михайлович ушел из жизни в 1982 году, спустя 4 года не стало и матери. Отметим, что несколько лет назад певица перезахоронила родных. Рядом находится место упокоения и ее старшего брата Евгения Пугачева, который ушел из жизни в 2011 году. «Отдыхай от этого безумного мира, брат», написано на памятнике. Как выяснилось, Алла Борисовна позаботилась и о себе. Рядом с тремя местами находится и четвертый выкупленный Пугачевой участок. Он огорожен гранитным бордюром. Земля прополота от сорняков, на ней стоит табличка с номером. Очевидно, знаменитость все-таки надеется лежать именно в своей, родной земле. Сейчас с уверенностью уже никто не может сказать, сможет ли Алла Борисовна вернуться туда, где прожила лучшие годы своей жизни. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!